Полицейские искали злоумышленников в балаклавах, которые якобы напали на подростка в Приморском районе. Но оказалось, что двое школьных приятелей из 8 и 9 классов выдумали эту историю, чтобы их не ругали родители за инцидент, произошедший в одном из кафе на Богатырском проспекте. Как выяснили полицейские, все было на самом деле так. Мальчишки сидели за столиком в компании юной барышни. Один крутил в руках сигнальную ракету, а когда направил устройство в лицо приятелю, неожиданно грянул выстрел. Парень вскочил, бросился в туалет, а его друзья, перепугавшись, решили быстренько ретироваться. Пострадавшему вызвали скорую. Медики зафиксировали у подростка ожог роговицы и ссадину на переносице. Прокуратура устанавливает все обстоятельства инцидента, произошедшего между несовершеннолетними. Установлено, что в результате выстрела из аэрозольного пистолета одному из подростков причинены повреждения. Прокуратура также контролирует ход и результаты проверок, проводимых по данному факту правоохранительными органами.